Всем привет! Ребята, осталось лишь 5 дней до старта сезона НОИ. Со мной сегодня никто иной, как Зарий. Аля Ваня. Привет всем. Ваня, здоров. Слушай, ты уже готов, 5 дней осталось, надо играть. Да, я готов. Ты подредактировал чарт-шит, все... Все по полочкам разложил, да, все. Все, ты готов. Слушай, ты готов опять к романтическим соло-играм со мной, когда ты, я и Изгнанная за столом? Естественно, Изгнанная вообще очень загадочный персонаж, особенно для Зария. Вообще-то это покровительница. Ну да, это будет круто. Ты как думаешь, куда движет путь Зария? Это будет ли отчаянный конец, или все-таки ты сможешь обрести, скажем так, покой в душе за игру Зария? Ты знаешь, на самом деле, я даже не представляю, как это все закончится. Но я думаю, что... Зарий, он больше узнает информации, и в конце своего пути он решит, что ему делать с этим. Я думаю, что все ответы хранятся только у Изгнанной. Я думаю, что я даже не буду задавать самый главный вопрос, который все задают. Когда же ты всю пати продашь? Я хотел сказать продашь. А когда ты ее продашь? Когда ты ее всю сдашь? Короче, последний вопрос. Как думаешь, кто следующий умрет в пати? Есть ли у тебя предсказание? Дай-ка подумать. А ты знаешь, может быть, все. Окей, на этом и закончим. Я думаю, что ТПК неизбежно. Все увидимся через 5 дней на старте сезона с новыми игроками, новыми правилами, новыми всем, совсем новым. Увидимся скоро. Чао, какао!